Ректор классического вуза и руководитель крупнейшего медиахолдинга края за одним столом. Можно сказать, сошлись теория и практика. На базе Института гуманитарных наук АГУ журналисты познают профессиональные навыки, в СМГ их уже оттачивают и совершенствуют. Подготовка кадров для медиасферы отныне общее дело. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным. И долгим, самое главное, чтобы никакие сиюминутные события нам не прерывали сотрудничество, потому что, прежде всего, для нового поколения журналистов. Да. Разработка совместных образовательных программ, формирование учебного плана для будущих журналистов и специалистов в сфере медиакоммуникаций, стажировка студентов, направлений для взаимодействия предостаточно. Это написание выпускных квалификационных работ, где как раз практикующие журналисты будут выступать руководителями этих работ. И вот все это невозможно сделать только лишь в университете. Это нужно сделать именно совместно с теми партнерами, которые вот непосредственно работают на рынке. В медиахолдинге сегодня работает больше 150 сотрудников, причем 60 из них – журналисты. Многие как раз выпускники Алтайского госуниверситета, отметил гендиректор компании. И когда мы сейчас, сегодня подписываем вот такой рамочный договор, мы, конечно, хотим, чтобы студенты, которые обучаются профессии в университете сейчас, имели возможность общаться с нашими лучшими журналистами, с лучшими журналистами Алтайского края, перенимать у них методы, принципы работы, фишки, какие мы используем, и, ну, собственно говоря, на практике уже понимать, к чему им надо стремиться, чему им надо учиться. Несколько студентов уже сегодня смогли ознакомиться с медиахолдингом, пройтись по редакциям и оценить перспективы взаимодействия. Мне кажется, это может стать отличной возможностью для коллаборации. Коллаборация поколений – это всегда, наверное, классно. Мы привносим что-то новое, какие-то новые форматы. Вы рассказываете нам о теории и о базе, которую должен знать каждый, которая передается из поколения в поколение медийщиков, журналистов и рекламщиков. Сибирская медиагруппа, по словам гендиректора, в результате сотрудничества получит дополнительную возможность привлекать новые квалифицированные кадры. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.